Так, добрый вечер. Рада вас всех видеть. Очень рада. Хочу всех поздравить с Днем молодежи. Собралась только молодежь. Все молодые духом, молодые душой, молодые всегда собрались здесь. И сегодня я представляю свою новорожденную программу, которая готовилась, можно сказать, начиная с осени. Я решила создать новую программу. Почему? Ну, кто меня не знает, у меня есть программы по искусству ароматов и благовоний, есть программы по мастерству чайной церемонии, есть программы по танцевально-двигательной терапии, да? Есть программы по рисованию, по полушарному рисованию, про рисование на воде, игру. И сегодня я представляю вам, как подарок на День молодежи, программу новую, совершенно, я думаю, уникальную, потому что, готовя ее, я не знала, что я буду делать, где это взять, где это подсмотреть, увидеть, прихватить. Не знала, потому что то, что сегодня я собрала для вас, этого нет, и нигде мне сложно было где-то что-то увидеть. Это все родилось во мне. Программа называется «Симфония вина» или «Искусство винопития». Потому что мне нравится это слово «искусство», искусство чайной церемонии, искусство ароматов, искусство винопития. Ведь на самом деле все, что мы не делаем с вами, мы должны вкладывать туда душу. Искусство получается только тогда, когда мы что-то создаем. Заметьте, мы не творим. Творить имеет очень интересный корень. Этой программой я хочу вам всем дать возможность взглянуть по-другому на этот божественный напиток, который называется вино. Я для начала хочу рассказать вот такую интересную легенду. Кувшин с водой. С чистой родниковой водой, которая всегда стояла на столе у древних людей, живших когда-то на этой земле. А если мы копнем, почему сейчас она такая многонациональная? Почему она собирает, людей разных национальностей? И всем здесь хорошо и комфортно. Предназначение именно этой земли. Это история, история легенд. И когда-то наша Анапа называлась Гаргипия по имени царя Гаргипа. И соединил, и помирил враждующие племена. Одна из легенд гласит, что очень старый король Гекатей влюбился в молодую принцессу, пленницу, рабыню, захваченную в племенах скифских племен. Он в нее влюбился до потери пульса. Но в те времена не разрешалось, чтобы царь, король, да, женился на простой рабыне, даже если она из скифской семьи. Вода – это наша жизнь. Она ей помогала покинуть покой этого дряхлого царя. Никакая погоня не могла ее догнать. И вот она, убежав, вернулась в скифские племена и обрела необыкновенную силу, которую ей дала обычная чистая родниковая вода. Она обрела необыкновенную силу. Все, наверное, слышали о племенах амазонок. Так вот, эта девушка стала возглавлять племя амазонок, и племя амазонок воевало с воинами вот этого царя, старого царя. И только Гаргип, грек, приплывший на корабле, смог достучаться и объединить все племена. Решил через вино успокоить всех, помирить всех, и вино считалось
сока нашей земли. Сок земли – это вино, которое до сих пор стоит на наших столах. И сегодня мы с вами попробуем продегустировать вино, потому что только когда мы включаем все наши органы чувств, мы можем познать истинный вкус вина, истинный вкус земли. Взять горсть песка, вы почувствуете, что вы проникаете сквозь время, медленно, спокойно. Такой, знаешь, холодок. Холодок, да, и такое, знаешь, что-то, да, прям вытекает из себя, такое что-то. Прислушайтесь, это просто, просто спокойно, прислушайтесь, да, можно глаза закрыть, тогда ощущения будут еще интереснее. Тихонечко глаз. О, посмотрите, как дети воспринимают, он как будто всю жизнь, посмотрите, какая прелесть. Уж не вы ли были царем тогда? Ах, спокойнее. Это канадский песок. Да! Вы представляете? Давайте мы, наверное, всем покажем, какой в Анапе песок. А вот представляете, человек спрашивает, это анапский вот песок? Вот да, это анапский песок, особенно когда его берешь по ощущениям в руки. Ощущение, конечно, потрясающее. Это бабушка. Я сейчас предложу вам вдохнуть аромат. Мы с вами соприкасаемся с силой земли, той земли, которая нас всех здесь собрала. Стариной прям пахнет. Посмотрите, какая разная она. Да, он пахнет крепостью какой. Да, да, да. А что вы уходите? Да, таким старым камнем, который вот... Одним из драгоценнейших товаров, конечно же, были специи, которые тоже использовались при изготовлении вина. Моя судьба в твоих руках. Какая прелесть, какое прекрасное название. Это не кинза, это кинза. Моя судьба в твоих руках. Моя судьба в твоих руках. Искорица букет, да? Искорица. Потрясающе. Потрясающе. Мужчина, на заметку возьмите. Дарите дамам букеты искорицы. Моя судьба в твоих руках. Представляете, какой перевод? Ну, вообще, корица, я не буду сейчас слишком вдаваться в глубину, но корица поможет, находясь в вашем доме, бороться с вирусами. Кардамон, кардамон, это кардамон. Большие такие, да? Да, это кардамон. Тоже используется для виноделия, да, в кофе. Не пробовали с кардамоном? Потрясающе, да. Кофе с кардамоном – это потрясающий напиток. Так, специи приходили по великому шелковому пути. Мы все соединялись через великий шелковый путь. Ну и сейчас мы потихонечку все-таки доходим до вина. Чтобы сейчас мы попробовали отнести вино маленечко по-другому. И попробовать не находить сорт вина, а попробовать, какое перед вами вино. Капельку вина вы заглатываете, не проглатывая, на корень язычка. Чуть-чуть, 2-3 минуты вы его держите по кругу и потихонечку сглатываете. А, получается, наш язык отвечает за вкусы. Корень языка отвечает за горький вкус, а кончик языка отвечает за сладкий вкус. Боковые – это соленое и кислое. Боковые. Зоны. Да, да. Мы сегодня все вместе его создаем. В масках, да? Все в масках! Сейчас говорить на самом деле буду не я. Ну, я думаю, что сдам, конечно же. Да, чтобы...
Так, вот здесь вот у нас из натурального камня. Обратите внимание, да, что такие маленькие-маленькие стоят стаканчики. Это натуральный оникс, натуральный камень. Mm-hmm. Да, да, да. Вот вы можете выбрать. Так. Да. Ай, взяла. Держите. Уже аромат пошел. Да, 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 да. Вдыхайте аромат. Только, вдыхайте. Только дышите. У вас сейчас после специй должны органы обоняния уже начинать. Вы должны капельку или все. Там что пролили, да? Даже капельку. Пахнет. Капельку. Вашу ручку, господин. Два осталось. Два осталось. Какую? Слева или справа? Говорите. Слева. Владик. Слева? Слева, да? Держите. Это можно в руки, да, поставить? Да, держите. Вашу вот это держите. Берите. Так, не пейте пока. Дыхайте. Только вдыхайте, только нюхайте. У меня? Этим кардамоном. Я носом чуть не выпила. По очереди пусть давайте. Да, говорите, говорите ощущения. Запах какой? Да. Однозначно специями. Нет, запах очень такой крепенький идет, и мне даже не то чтобы апельсин, а как будто грейпфрут такой с горчинкой отдает. Как гором пахнет. Не, у меня как раз специи. Ну, запах сладкий, приятный. Сладкий, да. Дели сомелье. Вот сейчас мы с вами проходим практически программу сомелье, потому что мы сейчас работаем. Что-то у меня пахнет. У меня как раз, да, что-то специи какой-то. Пусть уже сами по ощущениям. Открываем глаза и можете тот самостоятельно. Же самый, и тот же самый. Открываем. Вкус пробуем. Ничего себе, красный. Теперь уже. Сейчас то же самое. А я думаю, что у меня красное прикольно. Видишь, как обманчиво, да? Да, 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 да. Красное у тебя белое, да, вообще? У тебя другой вкус. Да, глаза уже по-другому. Вот, смотрите, сейчас другой вкус пошел. Другой. Другой пошел. Другое, да. То есть, посмотрите. Вот закрытыми это, глазами он совершенно другой. Совершенно другой. Вот это я и хотела донести да? Этой программой. Да. То есть вы сегодня поучаствовали в эксперименте. Тот, который мне хотелось донести. Да, потому что этим не занимается, ребят, никто. Может быть, и занимается, но вот на слуху. А с чем это связано? Это связано, сейчас я объясняю. Это связано. Лечение органов чувств. Ну нет, вот то, что закрытые глаза. Восьмое чувство. Да, вот у меня восприятие другое, когда нету зрения. Это идет восприятие другое, когда мы убираем из своей головы стереотипы. У нас идет другое восприятие. Раскрытие себя, это раскрытие, это следующая программа. Потому что я всю жизнь занимаюсь раскрытием возможностей человека. Потому что человек может раскрыть себя в любом возрасте абсолютно. По искусству... винопития. А почему? Потому что раньше никогда, никогда не пили вино без воды. Я знаю, пора добавлять. Нет, его да. Сейчас надо попить водичку, чтобы освежить рот. Так же, как и черный кофе. Да. Крепкий. Тут может быть совершенно другое. Сначала водичку. Водичка, да. Это будет как разбавленное, да? Разбавленное. Да, я сейчас хочу. На воду, которую по вкусу, которую мне привозил сосед с источника по земле. Да, вот как будто вода. Это уже необычная, да? Вот какой гранат красивый. Ой, у тебя, наверное, самое крутое. Слезу. Там, наверное, зелье какое-то, приворот. Да, там еще у меня, я еще взяла афродизиак. Ну да, у тебя цветочек. А вот он, кстати, и сказал, что цветочный. То есть вот очень хорошо определяли, между прочим. Я сейчас пока никаких подсказок не даю. Так, можно пробовать, да, уже люди? Да, да, да. Пробуйте теперь разбавку. Запах даже уже мягче стал. Мягкий. Все равно ты хоть убей меня там специи. Нет такой остроты. Мягкая стала. Мягкая стала. То есть вода смягчает, получается, вино во всех отношениях. У меня прям теперь гвоздика прям вообще прям. Край, да? Да, да. То есть вот мы утеряли просто, мы утеряли, утеряли искусство винопития. Почему мы утеряли? Потому что мы забыли традиции, которые соблюдались людьми. Не такое яркое. Не такое яркое. Первый раз.
Очень хорошо. Сейчас меня? Потом я скажу, у кого что. Нет, у меня прям вот все равно, вот знаешь, осталось как холодок, ну не холодок, а вот, вот все равно аромат какой-то. Прям аромат держится и не уходит. Сидр, да, яблочное вино. Ну, такое крепленое, хорошее. Прям на сидр не похож. Ну, я говорю, крепленое, хорошее вино, настоянное на яблоках. Яблочный сидр, ну, такой хорошего качества очень. Вершина, вот у вас у троих один производитель. Это домашнее вино. Гаражное, так называемое, да? А у вас вино совершенно другое. Это вино мне презентовал батюшка. Это настоящий, настоящий стопроцентный церковный когор, который дают только в храмах. У меня был мускат, но мне казалось, что это красное крепленное вино. Действительно, через мозг воспринимаешь все по-другому. На самом деле вино надо пить хорошее. Это сок нашей земли, венки. Нужно пить обязательно с чистой водой. Один старый грузин говорит, что вот у нас такая легенда в Грузии была, что раньше у них стариков уводили, ну вот заболевал старик, умирал, да, умирать уже ложился, его забывали. Ну, как бы он лежал себе там, умирал тихонько. Ну, вот один раз, говорит, бабушку, говорит, положили, вроде тоже уже умирать. А рядом, говорит, просто сбрасывали виноград, так как он уже давно издревле, просто в бочке хранился. У них какой-то как амбар, не амбар, и вот она там себе лежала, умирала. И вот этот вот стоял чан с этим заброшенным виноградом, который забыли выбросить. Mm-hmm. Вот. И, говорит, тут приходим, а бабушка не умирает. Вроде как бодрее стала. Оказывается, бабушка хотела пить. И вставала, и так как ей нечего было пить, она пила жижу из этой бочки. Забродившей. Да, забродившей вот этой бочки. И говорит, и через неделю, когда они пришли, бабушка не только не умерла, а бабушка плясала. И она еще прожила как бы еще какое-то время, то есть не один год эта бабушка. Они поняли, они это восприняли какой-то дар с небес, то есть как вот эту целебную влагу, которая дает это долголетие. Я согласна вообще целиком и полностью, потому что хочу сказать, что эту программу я создала, ну, скажем, это моя миссия, которую я завершила когда-то лет 12 назад. Мне дала рецепт врач в одной из клиник Академгородка Новосибирского. Вот, мне, в общем, занесли заражение крови через стоматологию. И врач сказала мне, что, в общем, подарила мне рецепт, вино, мед и сок алоэ, и сказала, что с этим рецептом я восстановлю свою кровь. Это и случилось. И вот я после этого стала относиться к вину совершенно с глубоким почтением. Но я говорю, конечно же, про то вино, которое натуральное. Да, натуральное, да. А такого очень сложно найти. И вот, может быть, благодаря вот этой, да, я закончила курсы виноделов по программе в этом году попала. Можно брать у вас даже какие-то консультации. Да, да, можно взять консультации. Вот, но я шла с другой целью. Я шла с целью познать именно, я в лаборатории была. В общем, мы изучали вообще, как это вино создают, насколько это трудоемкий процесс. И мне очень-очень хочется людям сказать, что нужно, конечно, пить натуральное вино. И когда нам изначально дают подачу и какую-то красивую марку, этикетку, красивую бутылку, мы не знаем, что там внутри. И слепо верить этим этикеткам на самом деле нельзя. Нужно верить только себе. Для этого нам и даны органы чувств. Можно ли вас попросить, например, где-то также выступить с таким прекрасным? Да, конечно, конечно, даже можно, нужно. У меня еще есть несколько программ, которые одна другую дополняют. Если вам нужна Елена, вот это прекрасное шоу, не только, так как Елена знает больше шоу-программ, да, обращайтесь, номер телефона в описании под видео. Вам огромное спасибо за информацию, за ценную информацию, за раскрытие наших чувств. Помощь в интуиции, раскрытие восьмого чувства. Очень было интересно, познавательно. Большое вам спасибо. Спасибо и вам.